В железнодорожном районном суде рассмотрено дело 37-летнего разнорабочего, который приревновал свою сожительницу к бывшему мужу и несколько раз ранил его ножом. Преступление мужчина совершил в авиагородке, встречая новый 2023 год. Фигурант на протяжении года проживал в квартире одноэтажного дома со своей пассией. Пара занимала одну комнату, вторую снимал еще один мужчина. Именно к нему в гости пришел будущий потерпевший, прихватив две бутылки коньяка. Хабаровчанин знал, что тут живет его бывшая супруга, но полагал, что она со своим ухажером будет встречать Новый год у кого-то в гостях. Однако пара осталась дома, и компании встретили праздник раздельно. Конфликт зародился утром, когда горожанка позвала бывшего супруга сходить с ней в магазин за выпивкой. Это очень не понравилось ее нынешнему сожителю. Он заподозрил измену и разбил ей нос. Мужчины начали разбираться друг с другом на повышенных тонах. Потом дело дошло до драки, а через некоторое время, когда конфликт вроде бы стих, сожитель хабаровчанки схватил нож. Подсудимый взял нож и нанес им 6 ножевых ранений в область грудной клетки потерпевшему. А потерпевшему удалось позвонить в скорую медицинскую помощь. Однако приехавшим сотрудникам бригады подсудимый пояснил, что в доме раненых нет и кому-либо оказывать медицинскую помощь не требуется. Раненый вынужден был снова позвонить в скорую и со второй попытки попал в больницу. Мужчина к тому моменту уже терял сознание. У него было пробито легкое, повреждены органы живота, имелись резанные раны конечности. Врачам удалось спасти пациента, несмотря на гематоракс. Задержанный вину не признавал и уверял, что это была самооборона, после того, как потерпевший якобы ударил его бутылкой. Фигурант уже был судим за причинение тяжелых травм человеку и провел в колонии более 5 лет. Горожанин вновь попадет за решетку. Приговор – 7 лет лишения свободы в условиях строгого режима. С места происшествия Ольга Горбунова и Андрей Алферов.